Под Туринском нашли троих пропавших грибников. Молодые люди блуждали по лесу 4 дня. Единственный сотовый телефон разрядился в первые сутки. Питались они ягодами и грибами. Чтобы не замерзнуть ночью, спали под валежником, прижавшись друг к другу. Обнаружить троицу удалось сотруднику Росгвардии. Он был в отпуске. На квадроцикле лейтенант доставил пострадавших к медикам. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Семь в больнице, один погиб. Страшное ДТП случилось под Серовым. Водитель ВАЗа без прав на управление машиной выехала на полосу встречного движения и в лоб столкнулась с иномаркой, в которой ехали три ребенка. С травмами головы и сильными ушибами ребят доставили в больницу Серова. Взрослые не пострадали. А вот 33-летний пассажир ВАЗа скончался от травм. Виновница аварии и вторая пассажирка сейчас в реанимации. На работе ты не гость. В Березовском управляющий автозаправкой похитил бензин на 50 тысяч рублей. Мужчина подключил к колонке специальный гаджет, который увеличивает количество разлитого топлива. Чтобы подлог не заметили, предприимчивый автозаправщик изменил данные об уровне дизеля в системе учета. Она автоматически пересчитала уровень бензина в колонке в большую сторону. Теперь за растрату березовчанину грозит 6 лет за решеткой.